Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые и дорогие друзья! Говорит Москва, и в эти минуты мы ведем прямую онлайн-трансляцию из Москвы во многие города России. Отрадно сознавать, что каждому из наших виртуальных эфиров аудитория наших благодарных слушателей и зрителей возрастает и прирастает самыми отдаленными уголками Российской Федерации. Московская филармония филармониям России в рамках и в формате Всероссийского виртуального концертного зала. По нашей уже давней и доброй традиции, сейчас, дорогие друзья, мы поприветствуем друг друга. И как нам сообщили организаторы трансляции, в далеких городах России особенно ждут этого приветствия. Музыка призвана вдохновлять. Будьте вдохновенны и здоровы! Прямой трансляции. Город Унеча Брянской области. Красноярск. Города Красноярского края Иланск и Ачинск. Города Калач и Новохоперск. Едва ли не впервые наш привет из Москвы отправляется в Чеченскую республику. Город Урус-Мартан. Город Саянск. Город Анжеро-Судженск Кемеровской области, город Приволжск, Владимир, Тюмень, поселок Галышманово Тюменской области, города Углич, Туринск, города и поселения Пермского края, Пермь, Кунгур, Добрянка, Чермоз, город Елец Липецкой области, город Малая Вишера Новгородской области, Калуга, города Калужской области, Масальск, Таруса, поселок Полотняный завод, город Шахунья, города и поселения Рязанской области, Рязань, Ижевская, Ряжск, Рыбная, Новая Батурина, Погост, Касимов, Шацк, Маленище, Поляны, города Жигулевск, Октябрьск, Самарской области, Тверь, город Кашин Тверской области и далекий, но пламенный привет в города Ямало-Ненецкого автономного округа, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск. В эти минуты на сцене в Москве, на сцене прославленного концертного зала имени Петра Ильича Чайковского, Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии Москвы, профессор Юрий Симонов. Сегодня в концертной программе звучат увертюры. Увертюры как шедевр русской оперной музыки. Обычно увертюра звучит в преддверии оперного действа и звучит, как это принято, из оркестровой ямы. Сегодня эту музыку вы услышите и сможете услышать во всем великолепии, как в качестве самостоятельного жанра. Программу открывает вступление к опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Исполняет оркестр, дирижер, маэстро Юрий Симонов. Thank you.
Александр Бородин, увертюра к опере «Князь Игорь». Thank you.
Thank you.
Модест Мусоргской, вступление к опере «Хованщина». «Рассвет» на Москва-реке. Thank you.
Михаил Глинка, увертюра к опере «Жизнь за царя». Thank you.
Избранные увертюры к русским операм. Сергей Васильевич Рахманинов. Вступление к опере «Алеко». Thank you.
Николай Андреевич Римский-Корсаков. Увертюра к опере «Царская невеста». Thank you.
Чайковский. Интродукция к опере «Пиковая дама». Thank you.
Михаил Глинка, увертюра к опере «Руслан и Людмила». Thank you.
Академический симфонический оркестр Московской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер маэстро Юрий Симонов. Дорогие друзья, мы завершаем нашу концертную программу и онлайн-трансляцию. Искренне благодарим каждого из вас за внимание. Ведущий программы, лауреат премии правительства Москвы Петр Татарицкий. До свидания, до встречи!